А теперь давайте рассмотрим возможные методы предварительного социального анализа. Для организации церкви требуются самые разные данные, и обращаться за ними надо, соответственно, к разным источникам. Прежде всего, нас будет интересовать демографическая информация, то есть фактические данные о населении. Например, основные возрастные группы. Какой процент населения составляют люди, скажем, до 18 лет или старше 65 лет? Кому нам предстоит благовествовать, молодежи или же преимущественно пожилым людям? Зачем это надо? Это определит приоритет развития служений. Так, для молодежи привлекательнее будет выглядеть молодежное или детское служение, тогда как люди в зрелом возрасте скорее откликнутся на служения, ориентированные на них. Другой аспект — их религиозное воззрение, религиозная принадлежность. Что мне следует об этом знать? Возможно, эти люди лишь называют себя верующими, а на деле таковыми не являются. Или наоборот, строго соблюдают все, к чему их обязывает вера. Какими убеждениями и принципами они руководствуются? Что поможет мне понять их глубинную сущность? Далее, насколько они образованы? Владеют ли они грамотой? Умеют ли читать и писать? Некоторые люди функционально безграмотны. То есть читать и писать они формально умеют, но делают это настолько медленно и неуверенно, что практически ничего не понимают из прочитанного. Поэтому с практической точки зрения они функционально безграмотны. И об этом важно знать. Равным образом, возможно, и другое. Вы будете благовествовать исключительно образованным людям. Как вести разговор с ними? Какими аргументами следует запастись? И даже больше, в какой стилистике с ними общаться? Уместны ли будут витиеватые фразы? Как эти люди отреагируют на цитаты из Толстого или Платона? Не обвинят ли они меня в снобизме? А может, напротив, признают меня своим? Согласитесь, все эти нюансы исключительно значимы. Без их учета вам придется крайне трудно. К демографическим данным также относится и информация о подвижности населения, о характере его перемещений. Так, студенты, например, народ мобильный. Они приезжают, уезжают. Идем дальше. Экономический уровень, уровень благосостояния населения. Вся эта информация помогает получить более четкое представление. Держу пари, вы сейчас думаете, ну да, хорошее подспорье. Только как эти данные раздобыть? В таких странах, как Германия, далеко ходить не надо. Выходите в интернет, находите официальный сайт города и ищите данные о демографии. Обычно этот раздел содержит подробную информацию о населении, а также возможные схемы и графики. Таким образом, особых усилий вам прилагать не придется. Все это довольно легко найти. Немцы в этом смысле большие мастера. Они прекрасно умеют собирать, систематизировать и хранить информацию. Вам остается только найти нужный раздел, задав правильный поиск. Если необходимую информацию отыскать не удается, тогда, возможно, придется обратиться в соответствующие отделы городской администрации. Вы приходите и задаете умный вопрос одному из чиновников, который только и делает, что занимается статистикой, нудной, на его взгляд, и никому не нужной работой. И вот перед ним возникаете вы со своим умным вопросом. Ура! Его труд не напрасен, он востребован. Здесь рады и вам, и вашему запросу. Ловким движением пальца вдохновленный чиновник мгновенно находит нужную информацию и с удовольствием вам ее предоставляет. Но, как вы понимаете, это в идеале. В реальности не всем вам доведется трудиться в подобном городе Н. Скажу больше. Во многих странах доступ к такой информации закрыт, поэтому получить ее могут далеко не все желающие. Отнюдь не везде вам охотно предоставят данные об уровне грамотности населения, поскольку это деликатный вопрос. То же самое касается информации о доходах и среднем уровне образования. Широкой огласке она, как правило, не подлежит. Поэтому будьте готовы к тому, что получить вам ее не удастся. Тогда как быть? Ведь какое-то представление иметь надо. То, что вам сообщают в городской администрации, не всегда будет отражать подлинное положение дел. Администрации города, области, штата
Всегда хочется представить свой регион в самом выгодном свете. Можно попробовать обратиться в Союз предпринимателей или, скажем, в Торгово-промышленную палату. У них такая информация должна быть. Она необходима им для анализа инвестиционной деятельности. В любом случае, всегда имейте в виду источник полученных данных. Постарайтесь понять, были ли у людей причины приукрасить цифры. Так, торгово-промышленная палата стремится привлечь предпринимателей, поэтому ей важно представить регион привлекательным для инвесторов. Иногда для поддержания статуса официальной религии вам не дадут правильных сведений о количестве христиан в регионе. Эта цифра всегда будет ниже, чем на самом деле, что позволит чиновникам в очередной раз сказать: «Видите ли, у нас в основном мусульмане или индуисты. Все остальные религии представлены очень незначительно». То есть, понимаете, информация может быть необъективной. Имейте это в виду. Другим источником может стать пресса, а именно какие-то публикуемые в ней сведения и данные, например, о секторах роста. Так, в свое время мы узнали, что в северной части Мюнхена, где располагалась военная база, планируется грандиозная застройка. Там должно появиться несколько сот или даже тысяч единиц жилья. Понятно, что не сразу, а через несколько лет. Однако об этом полезно знать, потому что жители новых районов, как правило, открыты для духовных перемен. Поэтому перспектива продуктивного благовестия и основания там церкви довольно реальна. Итак, это что касается информации в прессе. Дальше. Если люди в вашем целевом регионе открыты и расположены к участию в вопросах, можно прибегнуть к этому методу. Конечно, правильное проведение опросов — это отдельная наука, но времени углубляться в детали у нас нет. Скажу только, что иногда можно многое почерпнуть в ходе обычного общения с жителями города или поселка. Если вас готовы принять в гости, не упускайте шанса. Мы, например, формировали группы студентов-семинаристов, и они ходили по домам и опрашивали население. Вопросы были разные. Они касались и наиболее насущных нужд людей, может ли церковь как-то поспособствовать их восполнению, и наиболее привлекательных моментов в богослужении. Опять-таки, все это полезно знать. Как конкретно мы поступали? Мы выбирали какую-то улицу или квартал и бросали в почтовые ящики письма с информацией о том, что в такой-то день, в течение следующей недели, к вам планируют прийти студенты-семинаристы для того, чтобы провести опрос с такой-то целью. Мы не хотели заставать людей врасплох, внезапно появляясь на пороге. Да и дверь незнакомца откроет тоже не каждый. Мы вводили респондентов в курс дела и обещали осведомить их о результатах проведенного опроса. И не только их, но и другие по местной церкви. В качестве доброго жеста. Таким образом, это еще один способ сбора информации. Возможные телефонные опросы. Итак, ваша основная задача — получить представление о населении и выявить его нужды. В качестве альтернативного варианта можно проехать по окрестностям города на велосипеде, автомобиле или пройтись пешком, и посмотреть, есть ли в нем другие церкви, храмы, синагоги, мечети. Так вы сможете узнать о религиозной жизни местных жителей то, о чем не прочтете в интернете. Пообщайтесь с другими духовными лицами. В конце концов, полистайте телефонный справочник. В нем тоже можно кое-что найти. Еще один источник информации — местная библиотека. Там могут быть материалы о местных достопримечательностях, выдающихся людях, об истории. Познакомиться с историей всегда полезно. Ведь это наследие тех, кому вы будете благовествовать, их прошлое, их культурный багаж. Старайтесь проявлять сообразительность. Узнавайте. Выясните, какие радиостанции предпочитают слушать местные жители, какую музыку они предпочитают, какие любят кинофильмы,
Все это штрихи к общему портрету. Однажды один профессор сказал мне, каждому пастору надо пойти в книжный, купить и прочесть хиты продаж, бестселлеры. Тогда вы поймете, что занимает сердца и умы людей, о чем они думают. Народ массово идет на какой-то фильм, посмотрите его. Что их привлекает? Что они черпают из этой ленты? Что ж, список возможных способов сбора информации о населении можно продолжать. Нас интересуют демографические данные, информация религиозно-духовного характера, повседневный уклад, нужды и потребности местных жителей, а также социальные структуры. Например, субботним или воскресным вечером немцы любят посидеть в пивном ресторанчике и неспешно пообщаться с друзьями и знакомыми. Пиво вы можете не пить, зайдите туда ради общения. Немцы умеют работать, но после работы любят и отдохнуть. А приехав в Ингольштадт, мы обнаружили там массу спортивных клубов. Оказалось, треть населения, то есть каждый третий житель Ингольштадта, числится членом какого-нибудь клуба. То есть это не просто любители спорта, не просто активные люди, а члены клубов, что, безусловно, является яркой особенностью этого города. И как мы поступили? Хочешь знакомиться с людьми? Отправляйся в спортклуб. Помнится, я решил вспомнить то, чем занимался в колледже — фехтование. Извлек пользу и для здоровья, и для общего дела. К слову, в свой круг общения члены клуба приняли меня быстрее, чем я надеялся. Поэтому еще раз призываю вас, обращайте внимание на формы досуга местного населения и по возможности присоединяйтесь. Находите точки пересечения, завязывайте знакомства, вливайтесь в жизнь города, не стойте в стороне. Исследования делятся на количественные и качественные. Количественные предусматривают работу с цифрами, численностью населения, его ростом, возрастной категоризацией и тому подобным. Качественные исследования описывают взгляды и убеждения людей, их цели и мотивы, заботы, тревоги, переживания. Все это рисует нам их общий портрет. И вот еще что. Когда вы кого-то любите, вы стремитесь узнать этого человека, ведь правда? Ну, вспомните, молодежь, как вы смотрели друг другу в глаза, как хотели узнать, о чем думает каждый из вас, как хотели получше узнать друг друга, и сколько радости испытывали, когда узнавали, пусть даже что-то маленькое, незначительное, главное о том, кого вы любите, о том, о ком вы хотите заботиться. А теперь спроецируйте это на себя как служителя. Если вы любите людей, вы не сможете стоять от них в стороне, потому что они вам не безразличны. Наша задача не втолковать им Евангелие, а позаботиться об этих людях, понять их. Дело не в манипуляции, хотя миссионеры в ней часто пытаются заподозрить. Все это ваши уловки, чтобы заманить нас в церковь. Находите брешь и предлагаете свой заплаточный материал. Но на самом деле все не так. Речь идет о подлинной любви и неподдельной заботе, о внимании к потребностям людей и их переживаниям, а также искреннем желании донести до них Евангелие как ответ на человеческие проблемы и вопросы, и церковь надо создавать соответствующую. Подытожим. К способам получения информации относятся опросы населения. Помните, что они допустимы не во всех странах мира. Будьте внимательны, чтобы не создать себе лишних проблем и не вызвать ненужных подозрений. Другие информационные ресурсы. Интернет, пресса, местные библиотеки, общественные и бизнес-организации. Запишитесь на прием к мэру города, в департамент социальной политики. Поинтересуйтесь тем, что происходит в общественной жизни города, каковы основные проблемы и нужды, и как церковь может посодействовать их решению, как наиболее понятным для людей образом показать им свою любовь и неравнодушие. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами.
Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. А дальше надо анализировать возможности. В чем они заключаются? Вся эта работа проводится еще на стадии планирования. Как обеспечить наиболее продуктивную проповедь Евангелия и формирование церкви? Сначала перечислю несколько моментов, а потом приведу пример. Вот несколько вопросов, которые помогут вам сориентироваться в ситуации. Каковы специфические потребности местного населения? Возможно, здесь необычайно высокий уровень молодежной преступности, и развитие молодежного служения сможет стать одним из способов решения этой проблемы. В каких сферах жизни перспективы перемен в соответствии с Божьим замыслом кажутся наиболее определенными? Царство Божие — это мир, согласие, радость, праведность. Где в жизни общества мы наблюдаем прямую противоположность тому, что задумал Бог? Как мы можем на это повлиять? Какие возможности представляются нам наиболее реальными? Понятно, что церковь не в состоянии решить все проблемы. Некоторые из них слишком глобальны. Но что-то все-таки мы сможем изменить. Понемногу, шаг за шагом. И это не утопичные планы. Какие существенные перемены произошли в городе в последнее время? Как правило, социальные перемены лишают людей ощущения стабильности, требуют сориентироваться в изменившейся ситуации, указывают на какой-то новый поворот, либо в плане образования, либо в экономическом плане, иногда в сфере транспортного движения. Как город реагирует на подобные перемены? Какова его духовная атмосфера? Ощущают ли люди потребность в Боге? Преданы ли они своим духовным убеждениям? Как история города или поселка отражается на образе жизни его жителей? Если взять, например, Восточную Германию, то при Гитлере там активно насаждались социально-националистические идеи, утопические по своей сути и трагические по своим последствиям. За этим последовала пропаганда социализма и коммунизма, еще 40 лет и еще одно разочарование, и еще одно фиаско. Затем страна вступила в эпоху рыночных отношений, сулящих хорошую жизнь, достаток и благополучие. Но и эта картина оказалась не столь радужной, как ее представляли. Каждая новая идеология неизменно терпела фиаско. Народ приуныл. Народ стал циничнее. И вот появляются христиане, которые тоже что-то сулят, что-то проповедуют и тоже говорят о пути в светлое будущее. Спасибо, не надо. Хватит с нас идеологии. Дайте нам работу и оставьте нас в покое. Вот вам история. Можно ли сбрасывать ее со счетов? Ведь она пропитывает менталитет народа. Ни в коем случае. Надо с пониманием относиться к тому, как тебя принимают. Дальше, в каком ритме живет общество? Я уже говорила о том, что немцы очень любят пообщаться за бокалом пива или хорошенько прогуляться пешком. Для них работа — это работа, а отдых — это отдых. Немецкая работоспособность известна всем, равно как и немецкое качество. Но досуг должен быть досугом. В некоторых странах такого четкого разделения нет. Люди отдыхают на работе и трудятся на отдыхе. В будние дни все уже на ногах в ранний час, а в воскресенье предпочитают отоспаться. Так что раннее богослужение, наверное, не самая лучшая идея. Ничего особенно священного в утре нет, можно собраться и в обед, и вечером. Влейтесь в привычный людям ритм жизни. Что ж, все эти вопросы я оставляю вам для размышления. Это будет полезное упражнение. Оно поможет вам наиболее полно почувствовать тех людей, которым вы, как церковь, собираетесь благовествовать, служить и проповедовать Евангелие, словом и делом. Поразмышляйте над этим. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.